Глядя на огромную воронку у плотины Монтичелло, Монтичелло ДМС, можно подумать, что это очередная шутка природы. Между тем, дыра в воде совсем не чудо природы, а дело человеческих рук. Калифорнийский водосток, или как его еще называют Glory Hole, отверстие славы, вещь абсолютно необходимая. Он появился вместе со строительством тут, в Калифорнии, дамбы Монтичелло, которая продолжалась с 1953 по 1957 годы. Его функция – сбрасывать излишки воды от плотины. Сегодня это воронкообразное сооружение является крупнейшим в мире водосливом. Его глубина – 21 метр. Диаметр входного отверстия – 21,6 метра. Внизу конус сужается до 8,4 метра. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.